Знаешь, я тут долго думал над одной вещью. Мне кажется, додумался. А я пойму? Уверен, да. Поймешь. Ты знаешь, наша планета, она действительно для веселья оборудована плохо. И когда нас сочиняли родители, нас не спрашивали, хотим мы сюда, не хотим. А здесь по большей части грустно. Так вот, я вдруг понял, что единственное оправдание человеческой жизни – это помочь другому человеку. Помочь, чтобы он не так мучился. Банально.